Рыцари круглого стола существовали на самом деле, а теперь прямо перед нами лежит Эскалибур. Эти занудные мерзавцы из Оксфорда полезут на стенку, когда услышат обо всем этом. Более того, Алистер, то, что Артур называл Эскалибуром, на самом деле могущественный артефакт, старше своего хозяина на 1000 лет. Ну, только надо бы соединить все части. Кто захватил суперклей? Когда я была в Гане, я попросила тебя поискать ключ Галали. Результат отрицательный. В коллекции вашего отца его нет. И в его записях тоже. Его не было и в Гане. Или Ратланд был... Привет. А это еще что? Я тебя уже видела, не так ли? Подожди-ка. Поразительное сходство. Вы так не думаете? Этот кулон был подарком вашего отца. Я не знал, откуда он его взял до сегодняшнего дня. Где он теперь? В Гималаях. Он был у моей матери, когда... Зип, Алистер, я направляюсь в Непал. Пожалуйста, сделайте обычные приготовления. Мы об этом позаботимся. Пошли, дружище. Не смею вам указывать, леди Крофт, но я надеялся, что вы не будете пытаться использовать меч после того, что случилось с вашей матерью. Она вынула меч. Вот что убило ее. Я не собираюсь делать то же самое. Если бы только мой отец знал что-либо из этого, он старался изо всех сил. И его ненавидели за это. Никто не ненавидел его, Лара. Любовью это тоже не назовешь, черт побери. Его репутация была погублена. Теперь на этой вершине мне предстоит спасти сразу несколько вещей. В который раз мы оказываемся в горах без альпинистского снаряжения? Мне кажется, это место небезопасно. Поторопись, не то на тебя обрушится лавина. Мне уже приходилось этим заниматься. Что теперь? Вниз и попробуем подняться в другом месте? Вот это место. Место крушения. Сколько тебе было лет? Кажется, 9. Что-то вроде этого. Просила его заниматься своим делом, а он носится за мной по всему свету. Может, он тебя не расслышал? Думаешь, он внутри? Сомневаюсь. Наверняка сейчас лежит дома и плюет в потолок. Все выглядит каким-то нереальным. Я представляю. Thank you.
будь осторожна. Эта штука может свалиться в любую секунду. Я знала об этом тогда, знаю и сейчас. Не переживай, Зип, со мной все будет в порядке. О, стой! Если ты не уравновесишь этот конец, то загремишь на дно ущелья. Хороший совет, Зип. Ты всегда присмотришь за мной. За тобой и за Винстоном. Он выписывает чеки. Да. Это он. Вот тут ты ошибаешься, Зип. Это все звенья одной цепочки. Теперь осталось еще одно место, которое я бы хотела посетить. Это недолго. Наверное, здесь живет злой братец и дед. Черт бы меня побрал! Это слишком рискованно, Лара! Не волнуйся. Господи, я больше не могу на это смотреть! Ты всегда так говоришь, но продолжаешь смотреть. Люди рапом. Где вы были, ребята? Я вас только искал. Thank you.
не думай переплывать здесь. Ты просто превратишься в ледышку. Если бы я только умела ходить по воде. В данный момент я очень рад, что сижу дома. Замечательно, Зип. Перестань. Прости. Вас здесь не было. Двери раньше не были закрыты. Мне нужно узнать, как их снова открыть. Предметы здесь есть символическая функция. Было бы здорово, если бы в жизни так было. Вот черт. Не одно, так другое. Откуда ты знала, что оно тут окажется? Дайте мне минутку. Эскалибур восстановлен. Отличная работа, Лара. Он разрушен, но, возможно... Если это все, что он делает, мы впустую потратили кучу времени. Пора начинать придумывать, как покинуть этот монастырь. Как насчет помахать Эскалибуром? Просто так, для развлечения. Это бесценный артефакт! Да, черт возьми! Теперь мы знаем, как молодой Артур стал королем. Беги, Лара!
любоваться видами, или ты закончила? Мы возвращаемся в Боливию, а там посмотрим.